Здорово, школьники, любители посмотреть на мой кривой стелс. Сейчас мы начнем проходить задание в поместье Бойлов. Вот. Нашей главной задачей является грохнуть какую-то тетку. В общем, мы начинаем. Начинается все так. Плывем мы с красным крысоподобным дружком по вонючему сточному каналу с мочой и дерьмом. Вот. Сейчас мне, как всегда, нужно будет бежать по этому говногороду. В общем, начинаем. Магия подрыва, собственно, паукана помогает мне залазить на стены и на всякие другие препятствия, вот как сейчас. Нужно потужиться. Нифига. Черт возьми. Хорошо. Чую, мне не удастся все-таки сюда залезть, поэтому... Думаю, то, что даже пробовать не стоит. Итак, у нас... Можно ли исследовать какое-то умение? Ну... Мы используем проворство. Теперь я должен прыгать больше. Итак. Вот это было неплохо. Так, еще разок. Все, шикарно, я залез. Бежим по говногороду. Заметил паренек, но я хочу пройти этот лестплей без убийств. Бежал от паренька, меня покусали крысы. Итак, я должен залезть на хреновую балку. Это мне напоминает очередной переулок обоссанный в Ставрополе. Так, все-таки я смог сюда залезть. Я пробрался в какое-то сутенерское поместье. Видать, это сам его владелец. Так вот, мы, как обычно, воруем все. Сбежали от этого пса ходульного. Идем в прочную дверь. Прошла минута моего летсплея, я никого не убил. И это ужасно. Но мне очень хочется, правда. Итак, посмотрим в скважину. Ага. Отключим наше зрение. Еще раз посмотрим в скважину. Ну, я пробрался. Вот он, наш сутенерский дом. Чертовка Эмили осталась в нашем доме. Поэтому идем праздновать, бухать. Вот мы и пробрались на ежедневный ужин депутатов Российской Госдумы. Теперь нам нужно найти Леди Бойл и грохнуть их к чертям собачьим. Ага. Здорово, баба с веником на голове, иди сюда. Итак, это, как я понимаю, Леди Бойл, вот она, да. Добрый день. Что ты смотришь на меня, грязная шлюха? А ну пошла отсюда! Нихуя себе она пролетела. Ну ладно. Продолжим попозже, как только меня грохнут. Продолжение депутатского ужина. Покручу глобус. Здорово, веник. Я веду себя пристойно. Окей. Ага, ей нужно бухло. Ну, блин, естественно, всем депутатам нужно бухло. Фонтан Сидора. Набрал. Угостил. Нахер на голову одевать голову убитого мотылька? Я не понимаю, у нее что, своей нет? Ладно, идем дальше. Так, нам нужно грохнуть Вейверли Бойл. Как я понимаю, это белая баба. Сейчас я поищу. Тир кто-то, блядь, не закрыл. Буду вести себя как типичный депутат. Мне попросили тебе передать маляву. Записку, простите. Shit.
пожалуйста. Ну хорошо. И куда же мы идем? Я хочу обокрасить этот сундук. Я же русский. It's damn cold tonight. Hurry up and let's see what you're made of. И что мы тут будем делать? Ну да, естественно, пистолеты сразу лежали заготовленные. Базар. Тут хочу стоять. Да давай быстрее. Короче, я пришел. Пришел на другое место. И победил. Ай, нет, не победил, сучий потрох. А! Не попадешь, сука. А! В этот раз буду стрелять отсюда. В этот раз я победю. Бабах! Fucking animals. На! 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 Воткнул пацана, и так идем дальше. Пизжу кита. Снова только большой хозяин-сутенер. Нам сказали, нужно пробраться на второй этаж. То есть туда, но здесь ворота. Поэтому я украл ключ у стражника и запрусь в шкаф, так называемый. Тут Нарния целая, блядь. С ворванью. Спизжу бак. Переключу пульты управления охраной и сигнализацией. Спизжу болты. Итак, идем на второй этаж. Проник на второй этаж почти незамеченным. Но зато никого не убил. I know you here, сказал мне стражник. Подумал, что я здесь. Открыл дверь, но я успел быстрее захлопнуть, значит, там никого нет. Слава богу, здесь хоть туалет закрыт. Что ж, пойдемте дальше на прогулку по второму этажу. Здесь нашел ключ и, походу, получил запись в дневнике о том, что во что одета Леди Бойл. Хотя нет, еще не понял. Но думаю, это чертовка в белом. Спизжу новогодних игрушек. Еще новогодняя игрушка. Еще новогодняя игрушка и карманные часы для Дейбойл. Ну охереть теперь. I know you here, мазафака. Ага. Уходи. 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 Так, все, идем. Короче, я уебался вниз, но меня не заметили. Так, теперь я немного свалю и надеюсь, меня не заметят. Шел с другого входа, за мной гонится куча стражников, я пытаюсь сбежать от них. И просто не знаю, куда мне спрятаться, поэтому ванная. Вот ванная тема сейчас бы, я не отказался от ванны. Итак. Ну, я не знаю, где здесь что нужно разузнать. Я просто бегаю по чьей-то хате и ворую все. Опять портрет этого сутенера. Их даже можно воровать. Так, ну, надеюсь, за мной уже не смотрят стражники, поэтому пойдемте все-таки грохнем вон ту бабу. What's going on there? Даже не знаю, что здесь происходит, я просто сваливаю. Привет. Была возможность из Хитмана, чтобы просто взять да переодеться, но ладно. Спрятаться за штору поможет. Меня здесь нет, придурок. Вот так-то правильно. Я думаю, то, что я умер, а я возьму и распишусь в их альбомчике. Теперь здесь Корво Аттана. Они, прикиньте, как офигеют, типа,
Вот, он же в тюрьме, он же сдох. А я такой, опа, а я в альбомчике. Какой-то паренек. Похож на пугало из Бэтмена. В общем, просит меня с ним поговорить. Я понимаю, он одет в маску трудовика. Поэтому сейчас он нам что-то расскажет. Ага, короче, он знает, что я грохнул леди. Оказалось, что леди Бойл, которую нам нужно убить, она в красном, поэтому он просит, чтобы я ее не убил. Вот, ну, попробуем. Здорово, бандитка! Теперь я, значит, красавчик. Видать, она тяпнула уже. Думаю, я знаю твое имечко. Ха, вот это у нее ебало! Ну да, давай быстрее, короче. Oh, but this is perfect. I love it. What happens next? Are you gonna tie me up? Нет. Oh, yes, of course I can. Короче, она хочет, чтобы я ей вдул. Вот, но я столь благородный джентльмен, что спизжу этого мужика кошелек. А это значит Геннадий Онищенко. Вот. Он купил себе пистолет, драный халат и разгуливает по дому в этой игре. Этот пидор пнул меня. Кому-то не нравится здесь мне стрипня. Ах ты, сука. Ну ладно, я выйду отсюда на пару мгновений. У нас есть вариант ее либо грохнуть, либо отнести в подвал без сознания. Так вот. Ну как, чем задушить тебя, естественно? Ну, может, ты как-нибудь, да, повернёшься ко мне, чтобы я мог задушить тебя спокойно, а? Что ж мне с ней сделать-то? Как же мне её задушить? Ну, вот так пойдет. Вот, отлично. Шикарно, шикарно. Теперь я просто пизжу отсюда и быстро сваливаю. Бла-бла-бла-бла-бла. Все, короче, пока, трудовик. Все-таки меня заметили под конец, и стелсера я идеального не получу, но я убил одного человека за летсплей, я этому рад. Поэтому валим к чертям из этого дома. Вот. На этом летсплей закончен, подписывайтесь на канал, заходите в мою группу ВК, ставьте лайки и учите уроки. Пока. Кстати, вот наша стата.